попрыгал куда-то, попрыгал. Всем привет, народ, вы на канале Лонера, и сегодня у нас с вами, как вы думаете, что это? Я думал, что вы уже все догадались. Это у нас Stand-Off-2, Канта Сан Ярдс, какая-то дичь. Я так заметил, что последний видосик вам как-то зашел, потому что на нем как-то, ну, чересчур много просмотров. Целых 17 штук вроде бы, если... Ну, я утром смотрел, было 17. Ну, не этим утром, ну, короче, когда записывал утром, не пытайтесь понять. И вот как-то там как бы был Майнкрафт, и вам что, снова заходит Майнкрафт? Да? Серьезно? Серьезно, вам заходит снова Майнкрафт? Снова начать Майнкрафт? Я-то думал, что Майнкрафт мы уже прошли. Потому что последние Майнкрафты что-то вообще не набирали ничего. Поэтому я Майнкрафт и закончил. Как бы, что, Майнкрафт продолжать? Ай, да, из меня офигительный снайпер сарказм. Ну так это. Я не понимаю, вам что, Майнкрафт снова записывать? Потому что, ну, я, честно, что-то не хочу, да и не знаю, что именно. Так что у нас тут такая проблема. И у нас еще и разманывают какие-то шаман-наркоман. Тут в этом тоже такая небольшая проблема. Так что, видимо, потом, возможно, скоро совсем будет у нас тут еще больше Майнкрафт. Как только придумаю, что записать. Вот так вот. Так, а пока что давайте сосредоточимся на игре. Мы поразваливаем пару... Оп. Ребят. Раз на изи. Цыпа. Вот мой маленький. У меня что-то подлагивает, видимо, из-за записи. Но подлагивает именно по интернету. А вроде бы не должно, потому что с интернетом все норм. Ну окей, сейчас все разберемся. Промазал, ничего. Хоп. Так, не понял, что это было. Тут творится. Фига себе вас тут, ребят. Не, ну шаман-наркоман вообще наркоманчик. Он, кажется, дозу принял перед тем, как в игру зайти. Вот он, мой стандартный блок. Опа, она мне нравится. Много народу бесстрашного, которого можно легко кокнуть. Который куда-то убежал. Поэтому давайте встанем в позицию. Ну или нет. Сделаем погромче, уж ничего равно что. Ай, крыса. Убил. Что-то да, что-то у меня сегодня не летит. Так, ну я сегодня не особо тренировался, так что давайте. Будет у нас две игры. Так, кто там расстрелялся. Как-то он офигел в конец, по-моему, немножко. А? Ну, как-то да, вы согласны тоже, да, я слышу. Если вы... Да что это? Я, блин, вообще... Шум, блин, там снайпер, она стоит со снайперкой, блин, сидит, он должен что-то делать, стоит прикрывать спокойно. А этот придурок что делает? Тупо, короче, стоит, потому что он... Что меня убили, а убили меня, потому что он ничего не контролил. Что он балбесать. Куда он тут в приседе пошел? Да, мимо. Надо на лонг идти, наверное, это лонг. Так, что? Ты что, читер? Я на тебя заявку на читы подам, что скажу, что у тебя читы, уже ты читер. Грязный читер. Понял, кто ты. Ай, что это? Как это? Что это? Вот то, что он опять меня сквозь стены нашивает. Причем всегда же верно нашивает. Если бы он мазал сквозь стены, тупо нашивал, то окей. Но он же прям целенаправленно знает, куда именно нашивает. А, это снайпер у нас, да? Пошли, разнесем. Сколько снял? 26 снял, ну ничего. Убил. Фух, сложно, страшно, вырубай. Так. Ну вот как, вот он меня бесит, эта машина, потому что, во-первых, у него скинчанский, это меня тоже не бесит. Я тоже из Кинчанский, но только на Дигл и Тек-9, так что...
вот это у меня на пустынном орле нарисован орел. Вот что это, он меня бесит. Бесит меня. А вы что тут забыли, пацаны? А это падла еще и ник сейчас поменял. Серьезно? Минус 58. Упор снять. Так, ну это все, это тотальная доминация тупо пошла. Так. Сейчас отыграемся. За 50 секунд сделать киллы не сможем. Ну хотя бы. Да, хотя бы с базы мы их выгнали. По-моему, это уже достижение. Привет, пока. Плюс, если, блин, они играют с этих с компьютеров, тогда, блин, это какой у них плюс? Потому что, ну, с компьютера, естественно, играть удобнее, чем с телефона. А вы-то знаете, с чего я играю? Естественно, знаете, с компьютера или с телефона. Так, так. Бесь меня. Они меня бесят. Я хочу, чтобы они, не знаю, что-нибудь сделали. Проиграли, допустим. Не, вторую катку, короче, я с этими народом, с этим же народом играть не буду, а то они какие-то вообще разваливатели. Они какие-то разваливатели. Разваливатели 2020. Еле выговорил. Ну, зато короткое время, что было, я набил целых 18 фрагов. Неплох, наверное. Ладно, давайте. Пойдем отсюда нафиг. Сколько монеток дали, я и так узнаю, в принципе, наверное. По крайней мере, будем надеяться на это. Долбанный экран загрузки, да, спасибо за то, что так долго грузишься. Подожди, о, все нормально. Так, монеток сколько дали, уроды, короче, сколько не дали. Не, чуть-чуть дали. О, я не знал, что у меня калаш самый лучший. Потом М, а потом АВП, АВМ который. Так что, да. Ну, блин, та еще карта, которую мне дали, тоже фигня какая-то. Что это за карта? Ладно, давайте еще раз. Давайте на закладку бомбы, чтобы класть бомбу, наверное, закласть. Наверное, надо говорить закласть, не, зал... не ну, и на за... ну или заложить. Сложности русского. Вот это нормальная карта, наверное. А, нет, фигня карта. Не, мне эта карта не нравится. И да, тут, возможно, будут опять фоновые шумы, потому что я балбесыч. Блин. Ну, давайте просто надеяться, что их не будет. Нуржан с калашом. Хоп, хоп, хоп. Ну да. Ну да. Ну да. Так. Давай закупим так, уже денег все равно нет. Вот так вот. Вперед в атаку. Так, берем пистолет наш. Профессиональный. На всей скорости. Нет умной покорности. Ага, я знаю, откуда он стреляет. Они с этой хаты стреляют. Сейчас мы им в спину давайте. Ой. Все, калашик есть, но с сердца. Подождите. О, все нормально. А, да? Ушел сказать. Найс. Так быстро как-то катка закончилась. Давайте закончим гранатами. Нам самое важное, это чтобы у нас была светошумовая. Кинуть ее под ноги саму себе, потому что я тупой шаг опять забуду. А что, а кто это профессионально кинул? Да, да, да. Привет. Привет. А, он же его уже убил. Нет, не убил. Странно. Это юмбик, не юмбик. У меня получше есть. Так, берем, давайте снова.
флеш-гранате, чтобы опять им флешку под ноги в голову закинуть. Что-то там так и написано, флеш-гранат. О, нифига себе, я читаю. Там, блин, какой дегенерат это кидает. А, да, я еще в стену пол игры иду. Молодец, пацан, молодец. Блин, я испугался. Ты что тут забыл, пацан? Ты что, офигел в конец или да? Давай, Сельдар Тигр. Сейчас надеюсь на тебя. Ты, правда, остался 1-4? Ну ничего. Мы в тебя верим, нет. Теперь надо мне только надеяться, что видос не получится слишком длинным и еще долго придумывать название, да. Давай, погромче, может, сделаем. Ну, ничего интересного, давай стату посмотрим, стату не открывает. Чат посмотрим, что писали, так, понятно. Руки у него потеют. Карту давай, все, будем смотреть на них за карте. Я думаю, они на А заложили, потому что тут на Б особо никто вроде меня не ходит. Что это было? Ага, понятно. Так. Угу. Так, это точно А. А, нет, это Б. Опа-на. Да, какая-то катка опять не очень попалась. Ну ничего, сейчас разберемся. И флешку. Флешка никогда лишней не будет. Это я вам говорю как стопроцентный факт, эксперт-пельмень. Ага, да, найс, молодец. Да, пацан, молодец, найс. Хорошая флешка, нет. Давай, заходим, ударим в бок. Хорошая граната. Так. Что это было? А, бомба выбила. Выбили мы. Ничего себе мы даем. Бабушка выиграла раунд, бабушка. Правда, удет. Опять голос за кадром приперся, блин, нафиг, пожалуйста. Да отстань ты, да я, блин, бищу меня, да я еще имя голоса за кадром спою. Найс, флешка. Спасибо. Ноускоупом, ноускоупом. Это граната обычная. Так, давайте. Не, профессионально. Так, тут сейчас ничего не видно тоже. У нас-то нет, там надо, мы тупо нашиваем в смог. Хотя даже если я точно знаю, что там никого нет. Ну ничего. Хочу уже, не хочу растягивать. Спасибо, Нуржан, за то, что помогаешь мне не растягивать видео, поэтому вот орла он в конце и берем его. Вот так вот нафиг. Граната забрал. Все, в атаку давайте, в атаку, пацаны. Ну или не пацаны, короче, ребята. Да не надо. Так, попробуем. Не получилось. Ребята, тупо все сами делают. Да, я, естественно, на последнем месте в списке, как обычно.
ФСБ, Федеральная служба безопасности. А вы знали, что это криминал? Дадим тиммейтам потрясающую нет флешку. Попрыгал куда-то, попрыгал. Еще минус один. Тут уже свои, можно перезарядиться. Ай, от дыма лагает. Давайте. Такую возьмем. Подножки. Чтобы подтопление было. Бабушка. Изивин. Почти изивин. Я не на последнем месте. Ебой. 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 Так, смотрим, сколько дадут монеток. Опять нисколько не дадут, уроды. Тан-та-та-тан-тан-тан-та-та-тан-та-та-тан. Да, нисколько не дали крысюки. Ладно, народ. Всем спасибо за просмотр. Можете поставить большой лайк, если хотите, конечно. Можете не ставить, но желательно поставить, конечно. Написать свой рассказ в виде комментария, нажать на колокол рядом с кнопкой подписаться, чтобы вам приходили уведомления, там же вышло новое видео. Да, я знаю, что меня уже самого даже задолбали долгие окончания, так что всем удачи, всем пока.